отчет о проделанной работе бизнес-леди Ленинского городского округа в арт-студии «Сона» превратили в настоящий праздник с большой развлекательной программой, угощениями и обязательным дресс-кодом. В наряде каждой участницы должен был обязательно присутствовать красный цвет, соответствующий символу наступающего года. О местном женском сообществе рассказала его лидер Анна Волгина. За этот год действительно произошел прирост в сообществе. У нас, можно сказать, там 70 человек в два раза мы выросли, развиваемся, помогаем женскому бизнесу расти, участвуем в городских мероприятиях и также создаем свои проекты. Сейчас в сообществе числится около 150 предпринимательниц, которые прошли свой бизнес-путь, начиная с нуля и постепенно достигая желанных успехов. Вы удивительные люди, я не устаю это повторять, это просто вот, ну, это не только посыл в ваш адрес, это слова глубочайшего восхищения вами. Собрались сами, подаете руку буквально каждой девочке, которая желает войти в бизнес и развиваться. Анастасия Трегубова – создатель мастерской зефирных букетов. Будучи в декрете, она пекла торты на заказ. Но однажды, в преддверии 8 марта, возникла идея сделать что-то необычное, более легкое и воздушное. Сейчас Анастасия радует своих покупателей сладкими цветочными композициями. Есть несколько линеек букетов. Это монобукеты из тюльпанов и сборные, где розы, пионы и другие какие-нибудь цветы, которые я иногда придумываю в потоке. Супруг Анастасии Трегубовой Станислав – владелец цветочного салона. В качестве подарка преподнес участницам встречи букеты в новогоднем оформлении. Цветы случайно появились. Очень хотелось какой-то нежности в жизни, потому что все эти стройки, автосервисы, появились цветы. И очень люблю такие мероприятия, особенно по благотворительности участвовать, спонсорам, радовать. Самой интересной частью мероприятия стала лекция психолога, нумеролога, нейрокинезиолога Елены Солнечной, которая рассказала собравшимся о прогнозе на следующий год. Я первый член НКО «Союз», поэтому давно очень с этим сообществом, но я не из Видного, я из Москвы. И приезжаю, всегда поддерживаю наших девчонок везде, на всех мероприятиях. 2023 для бизнес-сообщества выдался богатым на различные события. За этот период были проведены конференция по женскому предпринимательству, форум самозанятых, премия «Нежный грант». Также сообщество «Нежный бизнес» вместе с нашим телеканалом с 20 декабря по 15 января будет проводить праздничный конкурс «Мой снежный округ». С помощью фотографий и видео можно будет признаться в любви Видновскому краю. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.